В стенах Дома научной коллаборации имени Валиева при Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась Всероссийская научно-практическая конференция. Уже во второй раз конференция «Лучшие практики общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам» проводится в день рождения выпускника Казанского университета. Основателя отечественной микроэлектроники, академика Российской академии наук Камиля Ахметовича Валиева. Конференция, значит, представляет собой некий обзор практик, лучших практик, я бы так сказал, поскольку мы здесь делаем, значит, своеобразную, такой, скажем, мониторинг, да, того, что произошло в прошлом году, того, какие планы мы ставим в следующий год. Мероприятие прошло в смешанном формате. Конференцию открыла директор Елабужского института Елена Мирзон. Подавляющее большинство докладов, заявленных для очного и онлайн-участия, посвящено лучшим практикам общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам. Наша команда большая, пополняется не только детьми, да, которых становится все больше и больше, и, значит, они пополняют кружки, реализуемые здесь, но и растем мы в кадровом составе, потому что появляются новые педагоги, новые наставники, новые, значит, руководители проектов, которые реализуются здесь детьми. Представленные материалы будут опубликованы в сборнике научных трудов. Они послужат толчком для молодых ученых к дальнейшему углублению научно-творческого поиска. Роберт Хасанов, Айдар Нурмиев, Универньюз.